Всем привет! Мы сегодня делаем обзор на игру Heroes Core. Она напоминает одну игрушку, которую мы с вами играли, Soccer Superstar. Посмотрим, в чем отличие. Устраивайтесь поудобнее. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Хотите подружиться в соцсетях или поддержать канал, ссылочка в описании под видео. Берите вкусняшки, закрывайте двери, укрывайтесь теплым одеялом, чтобы ничто вас не отвлекало. А мы погнали! Если нас меня это вообще будет классная игра, мы будем в нее дальше играть. А так пока что сегодня первая серия обзорная. Ну а кого выбрать? Наверное, вот этого я выберу. Конечно же, Россия. Родом откуда? Из России. Что играть? Готовы произвести впечатление? Давайте начнем с выполнения основных ударов. Ну да, я же вам говорю. Похоже на Soccer Superstar, но... Ну, а если я вот так сделаю? Красиво. Покрасивее. Гол в стиле новичкам не откажешь. Но станут ли они настоящими звездами? Вот она как. А почему? А почему одна звезда? Подождите. А почему одна звезда, а не три? Почему одна звезда? Ну? Ага, нижний угол, верхний угол. Подождите. А как я в нижний? Подождите. Верхний угол, а нижний? Я чуть-чуть, подождите, я должен понять. Но я ж в нижний сейчас бил угол. Нет, да? Ну, попад в нижний угол. Ну, наконец-то, сразу все сделал. Так, что у нас? Живите мечтой. Будущие профи уже выделяются из толпы, конкуренция жестко. Ну, оформление намного интереснее, чем Soccer Superstar. А зачем я буду ему пас давать, если я могу ударить? Подождите, я ударю. Нет, он показывает только пас, только пас. Станут ли они звездами? Ваш клуб решил, что вы все еще не готовы к вашему спорту. Но что вы заметили, вам уже поступает предложение. Выберите клуб. Гренхерфёрд. И все, других клубов нету. КВ Михелин. Ну, не знаю. Бундеслига. Пролига. Ну, давайте, ладно, в Бундеслигу уйду. К немцам. Твой контракт. Трое перспективных молодых спортсменов подписали контракт с Грейтерфюрт. Играй. Играем, играем. Давайте посмотрим. Отлично, забивать вы явно умеете. А что насчет длинных передач и пасов? Новое поколение. Единственное, подождите. Дайте я третью звезду заработаю. Не понимаю, как мне навешивать все-таки здесь. Ну хорошо. Все взгляды устремлены на них. Смогут ли юные звезды выдержать давление? Да, у вас таланты как свободных ударов.
Ну, это мне интересно. Поздравляем! Вы наработали себе репутацию в данном клубе и получили футболку с номером 47. Осталось только ввести свое имя. Ну, имя мне будет стандартное. Нельзя. Ну давайте вот так вот. Пойдет? Стоп, мой первый матч. Путешествие начинается. Начинаем. Так, а что где мне это дает? Не знаю. А мне еще и жизни есть. Это что такое? А, комментаторы. Эх, друзья, прям, конечно, на красивее, чем Суперстар, но, по-моему, все одно и то же. Впервые на поле Вейв, Бондаренко и Боднар. Товарищеский матч одаренных новичков с ветеранами футбола. Бару против Боруссии Дортмунд. Вау! Вау! Его команды не могут поверить глазам, но это происходит на самом деле. Их ждет поединок с лучшими из лучших. Мечта становится явью. Игроки показывают, на что способны. Вейв покидает скамейку из запасных и готовится к бою. И... Осторожно! Неправильный удар или пас снижает ваш уровень энергии. И что? Давайте, пока бесплатно. Могу сказать, посложнее стало. Девятку. 1-1, да? Ну хорошо. А что нам это все дает? Не знаю, что нам это все дает. Призы. Ну давайте еще поиграем. Эксклюзив. Мне очень нравится играть за Greuther Fürth против Кёльна. Матч дублирующих составов. Погнали. Я, наверное, сейчас первый гол забью. Спортсмен явно доволен своим клубом и новым карьерным перспективами. Новички явно успели сработаться. Неудача. Почему? У меня это поинтереснее, чем мне компьютер показывает. Вариантик. 1-0. Ну, могу сказать, да, намного красивее, конечно. Здесь он что? Выживает сильнейший, новички жаждут успеха и признания. Ну, матч дублирующих составов у нас продолжается. Мы пока за дублирующий состав. Но, как видите, я больше на раздаче. Талантливых игроков трое, но это не значит, что все трое выйдут на поле. Вы сегодня будете сидеть на скамейке запасных. В мире профессиональный футбол не все так, как нам хочется. Вы пытаетесь спасти ситуацию. Отличная комбинация. Какими темпами они смогут равнять счет? Да, серьезно. Нет. Чуть-чуть по-другому сделаем. Ну, хороший гол я забил. Прям очень классный. Не с первого раза, конечно. Но здесь не так как я хочу, здесь, конечно, нету. О, есть моменты. Забил гол, не забил, нет. Ну,
из этого уже будет исходить счет. А здесь будет, понятное дело, что все результаты и так понятно, что какие должны быть. Начало новой эпохи, новички серьезно повлияют на будущее команды, если их удастся удержать. Байер. Все, да, пока дублирующий состав. Пока дублирующий состав. Сегодняшняя игра станет настоящим испытанием для лидеров лиги. Все в напряжении. Давай, давай. Отличный шанс забить. Смогут ли они показать, чему научились? Я вот думаю, как мне лучше. А это я забил? Скажите мне. Кстати сказать. Ну, тут ошибка вратаря. Тут ошибка вратаря. Сколько повторов? Я, кстати, не посмотрел на номер игрока, который бил. Ну ладно, погнали дальше. Прирожденный спортсмен. У новичков определенно есть потенциал, но задирать нас пока рано. Хофенхейм. Ну, Хофенхайм. Сегодняшняя игра станет настоящим испытанием для лидеров лиги. Все в напряжении. Ну, это уже было у нас такое. Нам забили. Но малейшая ошибка может закончиться для них трагедией. Они перехватывают инициативу и ищут удобный проход в штрафную. Попробуем, давайте, верхний угол. Попробуем сейчас верхний угол ударить. Оу, ху-ху-ху-ху. Вы видели, что произошло? Ну, я так на это и рассчитывал. Ну, классно. Так, 10-й. А что он спал? Ну, время летит, конечно, быстро. ВФ будет соревноваться за кубок. Вот это уже серьезно. Это огромная честь. Кубок Германии, 5-й раунд. Против Вольфсбурга. То есть я вышел в основе? Ничего себе. Удивительно. ВФ будет играть за основную команду. И просто соревнуется за кубок. Это мы первые. Так играть нельзя. У них не получилось. И теперь соперники идут 2-0. Защитник ничего не может сделать. Ух ты. У нас получилось бы лучше. Бондар и Бондаренко утверждают, что смогли бы выиграть матч для команды. Вы же производите впечатление на свою первую команду. На экране персонализации вы можете изменить свой вид, обновив цвет бутс, номер игрока и многое другое. А я, может быть, номер игрока хочу поменять. Не, меня пока все это устраивает. Пока устраивает, не факт, что я еще буду в нее играть. Без команды победить нельзя. Новичкам явно пора повзрослеть. Опять дублирующих составов матч. Смогут ли они преодолеть разногласия и добиться результатов? Как легко они обходят соперников и обманывают защиту. Я хочу вот так вот сделать. Ни хрена ж себе. Ну, кстати, вариант такой, как я сейчас сделал, мне очень даже понравился. Давай, давай, догоняй. И опять нету ни уровня его. То есть они все, все одинаковые и равны. Молодые спортсмены продолжают расти и лично, и профессионально. Показывайте голы. А, ну это мой гол показали. 0-2.
Ну, прикольно. Прикольно. Конечно, намного все красивее. Это просто невероятно. Да, Хувейв входит до уровня настоящего профессионала. Я думаю, что все-таки Вейв, конечно, мы чуть-чуть по-другому нейм изменим. Вот так вот. Погнали, 12-й матч. Опять дублёрщик. Когда же я в основе буду играть? Фурман делится впечатлением с прессой. Лучший способ платить менеджеру с доверием, забивать снова и снова. Изменить масштаб с помощью жестов. Так. Ну, это я все понял. Just the goalkeeper to beat now. Goes for it. It's hit the post. Но почему? Great chance here. Goes for it. Inches away from goal. Но я хочу красиво все сделать. Can they make it count? Ну давайте в ближний, ладно, угол, что тогда уж. He has a go. Bounces off the post. Ну, а здесь я б не забил бы. Ну, давайте переиграем. Раз надо от штанги забить. И в ней... Офигеть! Офигеть, тут можно творить какие чудеса, друзья. Can they make it count? Oh, he must score. He has a go. He picked his spot perfectly. А, в нижнего. Да какая к черту разница? Итак, гол. Вот наконец-то получилось то, что я хотел. Тот гол, который я хотел. На вершине, если Фурм будет продолжать в том же духе, то он очень скоро привлечет внимание серьезных клубов. А что, меня вы теперь в основном составе играю? Сегодняшняя игра станет настоящим испытанием для лидеров лиги, все в напряжении. Бум! Пенальти! А я, кстати, не помню, чтобы были пенальти. Сокер, суперстар. Ну, конечно, намного круче. Конечно же, намного круче. Я даже подольше поиграю. Для обзора. Не, не сейчас. Опять матч дублирующих. Ну почему? Я же дубль делал. Почему мне опять дублирующий состав отправили? Вратарь. Ага, я другого игрока увидел. That's going to be it for today. The referee lifts up his arm and blows for the end of the match. Ну классно, 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 спору нет. Так, 15-й. Все. Боднар и Бондаренко чувствуют себя отверженными. Это Фурман. Ну не знаю, что это. Меня выбрали в основной переход, в основную команду, пусть и на скамейку запасных. Фурман наверняка счастлив, пусть его друзья и расстроенные. Не может быть, 4 пропущенных гола из-за отвратительной игры защиты. Офигеть. 75-й минуте. На поле. Exactly 4-0. 4-1. Ну, я поинтереснее забил.
Ну так себе, Боннер и Бондаренко не понимают, почему тренер выбрал не их. Ну посмотрим. Не может упустить свой шанс в таком возрасте, мало кто приходит в основную команду. Охрененный удар, спору нет. Instinctive save from the keeper. Подождите-ка. Так, а я вот тут сейчас чуть-чуть подзапутался. Где чья команда? Strikers in possession. Ага. То есть мы все-таки от своих ворот шли. Ну блин. Забили. Ну, гол первый, конечно, красивый был. Ой, как вообще, конечно, здесь визуализация просто безумная. По сравнению с Soccer Star, небо и земля на самом-то деле. На скамье. Фурнер вряд ли сейчас радуется. Но шанс на победу все еще есть. Я что, на скамейке сейчас сижу? Он уходит на скамейку запасных, но еще, все еще может вернуться на поле для решительной контратаки. Игра идет медленно, не сказать вялу. Сможет ли он что-то сделать? Игрок яростно пытается обмануть вратаря и забить. Круто. Гол прям очень хороший. Нет, бессмысленно туда давать. Ни хрена ж себе у нас здесь атака идет. А если вот отсюда залуплю? Блин. Просто не хочется. А если вот так? Нет. Не-не-не-не-не. Ну хорошо, первый мы забили. А что со вторым? О, вот сюда можно. Да, много я потрачу сейчас. Да и толку. Почему? Почему? Охренеть. Ха, вот очень кое-что напоминает вам. Нет? А мне прям напоминает. Да уж. Да уж. Да что ж такое? Замечательно, этот гол мы забили. Но что нам со вторым делать? Как нам его раскрутить? Отлично. Фу, да бессмысленно, вот смотри, сколько раз проигрывали. События разблокированы, вы открыли события. Больше уже скоро.
решающий европейский матч Брюгге-Лейпциг. И что? Играть? Не понимаю, что сейчас было. Ага. Ни хрена ж себе. Да как он такое ловит? Как он такое ловит? Забил. 1-1. 1-2. Ну это прям что-то новое и другое интересное. Или это же я же? Нет, я не понимаю, что это за событие прям такое. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну классный же удар был. Ну и все. Или еще можно? Нет, пока, наверное, нельзя. Ну ладно, а ну прям тут какое-то событие, серия. Играть. Приз 11. Следующий матч через 10 часов. Ну, прикольно, друзья, прикольно. А чё у нас? Всё для победы. Фурман сможет стать суперзапасным. Да вы что? Да вы что? А сколько мы уже играем? 26 минут? Сейчас к ним проявляют особый интерес. Гром овации. Травма означает, что любимец публики выйдет на... Я уже любимец публики, вы прикалываетесь. Ну, конечно, и навес надо делать на меня. Охренеть, гол забили. Ой-ой-ой. 1-2. Мы уже 1-2 проигрываем. Убегай, 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 убегай. Убегай. Что, я дубль сейчас могу оформить? Походу, да. Ну, это было легко. Это было легко. 2-2. Ну, один я забил с помощью удара головой. В каждом сезоне вы можете выиграть приз. Нажмите на подиум, чтобы узнать больше. Ну? У вас достаточно звезд, чтобы получить кубок золота в конце сезона. Череда трансферов. Игрок форум попал в стартовый состав. С предложением трансфера в кармане. Ну, посмотрим. Посмотрим, чем этот первый сезон завершится. Ну, я могу сказать, нам намного интереснее, чем Суперстар. Не получилось. Не, я не буду прям тратить. Догонит. Догнал. А подавать-то некому, обалдеть. И что, здесь не было... А что, дать-то больше некому разве? Убил нафиг. Ну, уже поинтереснее пас. Да чтоб к тебе за ногу. Played into the box. Can he get his shot in?
Кто бы сомневался? Кто бы в этом сомневался? Офигеть! Ну, я могу их спокойно тратить. 2-0. Я оформил дубль. Ну, вообще, атака хорошая была. Первая. Красиво, красиво. Вопрос доверия. Перемотка. С этим усилением на время уровня вы получите скидку 50% от суммы баксов за перемотку. И 20-й, последний. Тройной трансфер. Фурман, Бондаренко и Бондар переходят в другой клуб. А Грейтер получит за трансфер кругленькую сумму. То есть мы переходим. В этом сезоне Фурман, Бондаренко и Бондар произошли себе. Перемены для них не за грани. Ни хрена себе. А если я прям вот туда вот? Не дай... У меня что, жизни кончились? Ой, я знаю, друзья, эта замануха еще такая, что... Да вы серьезно? Ну, давайте. Да почему? Что у меня с энергией? Ну, это ж... А что я смотрел? Вот беда. Ну, в общем, рекламку я, конечно, посмотрел. Будем сейчас пробовать больше не косячить. Не косячить. Писец. А кому я должен давать? Can he set something up? And he shoots! Oh, what a goal! Но это не я забил. What's he going to do? Making use of the wide spaces. Passing with confidence. Да, тут, походу, мы через мелкий пас сейчас будем проходить. Вот куда вы уходите? А кому я должен давать здесь? Скажите мне, ну что это за хренотень? Ух, ё-моё. Ух, ё-моё. Ну, красивые, красивые голы были. Ну, значит, все. А что здесь за награды будут? Бохум, Герта. Ну, в Бохум, наверное. Меня забрали в Бохум. Круто. Ну пусть 40-й. Мне другое интересно, что мне за это? Что мне здесь дадут? И что? Какой приз? Ага, да никакой. Ну, в общем, вот такой вот. Вот такая вот игрушечка. Ну что могу сказать? Почти то же самое, что Soccer Superstar, но намного красивее и поинтереснее. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.